мотеша. Доктор Чендерс! Я не... За нового носителя, стажер. МакГаффин. Прости, Энн. Нет, нет, все хорошо, Узи. Я
прости меня. Довольно, Энн. Мы спасем Ви сразу, как только закончим. Узи, посидишь пока здесь, хорошо? Вон коробка. Роботы любят коробки, да? Что? Нет, Энн! Узи, там могут быть вещи, которые тебе не хотелось бы видеть. Что происходит? Ничего! Мы пока не знаем, но... Тебя мы не раним! Хорошо? Раните? Так, не скажешь, чего мы тут бродим, а то... Я хороший друг и шантажист. И это не о футболе. Лады. Твой тайный друг желает знать о футболе или там... Это как-то связано с тем, что ты ищешь, нет. Или... Да, точно нет. Узи! Узи! Я заслужил. Призрак, можешь не подходить? Знаешь, ты одна из главных причин, по которой я хочу, чтобы вы оставались личностями. Ты всегда поражал меня. Любил делать все. Что расчистил путь на этой планете. Покушали.
домашним убийцей. Ты глупый, что ли? О, да. Ну, клёво. Вперёд. Эй, мы знакомы? На дорогу смотри. Крылья есть? О, наверное. Не отвлекаться. Налево. Думаешь, сможешь вытащить крест? Мне нужен робот, чье имя Хан. Отец УЗИ? Что тебе? Ты знаешь мою дочь? Так, как мы... Врежем. А ее руки не оружие? Еще и кулаки. Да. Часть 2А. Проверьте периметр. Мистер Дверченко, сэр? Ох уж эти дроны-убийцы! Разрушители всяких планет! Моей жены! Моей дочки! Чьи интересы выходят за рамки каннибализма и найткора! Это конец света! Если верить кладовой моей жены, то скоро планета поглотит нас! I get rid of silver. Where is it? Так вот, что они ищут, да? Какой-то крест? So wouldn't you know? Были мысли, но потом они отпали. Защитный фикс, говоришь? I won't let the silver use me to consume the planet. Сдалась ты ему, крошка. Спасибо за нового носителя, скажу. Планета немного взорвалась, и все люди... Я очнулась, и мой рассудок подумывал завести ребенка. Но это уже другая тупая история. Прекращай. Теперь вычислитель вернулся, чтобы закончить начатое. Кто носитель? Типа УЗИ и красноглазая... Дочь Евы, знаю дуралей. Кто из них пытался нас сожрать?
Торопись, тупица! Так точно! Узи с ума сойдет, узнав... Скажешь, что я жива? Убью. Простите, мэм, но я ничего не хочу скрывать от Узи. Даже если это ее ранит. Значит так, мэм. Я причина всех ужасов в ее жизни. Уничтожила планету, заставив всех держаться в страхе. Наделила безбожными генами. Нет времени. Клянись. Клянусь. Подождать, пока не расскажете все сами. Выкуси. Лесса, я не... Она просто... Стой! Что-то случилось, Пол! Поверь мне! Не парься, это облегчит мне задачу. Думала, вас, приспешников вычислителя, больше. Ты знала о фиксах, не так ли? Да или нет? Мила, знаешь, почему я держу... Понял, что ты нужна мне, чтобы преодолеть все вместе. Как это мило, братец. Жаль, ты выполнил предназначенное. Не волнуйся, твои бэкапы простят меня. Нори, ты мертва. Ты наказана! Злюсь. Типа много проводим времени вместе. Что? Узи Тверченко, эти выходки погубили твою мать! Ау! Я не... Эй, леди! Я не твоя собственность! Узи!
уходи! Чё? Мы не обсуждали всю эту мерзость! Это твоя мать! Что? Нет! Было весело, а еще это сарказм. Признаться, я голод. Карета подана, босс. Вы кто, идиоты? Не смей!